Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 3 на странице 47 учебника математики для 3 класса автора Маром. В лыжной эстафете участвовали 9 команд мальчиков, по 8 человек в каждой, и еще 24 девочки. Во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало в эстафете? Измени вопрос, чтобы последним действием при решении было вычитание. Реши новую задачу. Так, давайте посмотрим, что нам известно из условий этой задачи. Что мальчиков было 9 команд, по 8 человек каждый, а девочек было 24. Нужно узнать, во сколько раз больше мальчиков, чем девочек. Сначала давайте узнаем, сколько было мальчиков. 9 команд по 8 человек. Чтобы узнать, сколько это, по 8 берем 9 раз. 8 умножить на 9 равно 72. 72 мальчикам с точкой записываем в скобках тире всего. Девочек было 24. Чтобы узнать, во сколько раз больше было девочек, нужно большее число 72 разделить на меньше 24. Делаем это способом подбора, и у нас получается 3. В 3 раза было больше мальчиков, чем девочек. Настал вопрос, во сколько раз больше мальчиков, чем девочек участвовало в эстафете. Пишем слово-ответ, ставим две точки, пишем в 3 раза. Теперь изменяем вопрос так, чтобы последним действием было вычитание. Чтобы было вычитание, мы ставим следующий вопрос. Насколько больше участвовало мальчиков, чем девочек? И тогда последнее действие у нас будет такое. 72 минус 24. 72 минус 20 равно 52. 52 минус 4 равно 48. На 48 мальчиков было больше, чем девочек. Записываем ответ, ставим две точки, пишем на 48 мальчиков больше. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.